Итак, здравствуйте, дорогие мои друзья. Добрейшего денька. Сегодня у нас интереснейший, просто великолепный тест, потому что Артем еще даже не знает, что я ему приготовил. И ты даже не догадываешься, даже и не подозреваешь. У нас был план, и мы его придерживались. Да? Да, мне позвонили и сказали, что мы сегодня будем снимать что-то. Когда я приехал, я говорю, что снимаем? Снимаем, говорит, секс. Я прям секс, говорит, прям там вообще, говорит, М2, говорит, говно. Да, да, да. М2, говорит, говно, F2, говорит, еще хуже, говорит, сейчас тебе такое покажу, я еще не видел. Да, причем самое интересное, ребята, что это с этими словами, с этой формулировкой, человек прислал мне одни лампы, сейчас вы все это увидите, и сказал, что все, что вы видели, вообще, вот все, что вы видели, все, что я видел, все, что Тёма видел, это все хуйня. Потому что он приобрел лампы по рекомендации одного из там продавцов, которых в жизни никогда, скорее всего, в глаза-то не видел. Да, продаван. И формулировка была такова. Рефлекторная оптика, H7 лампа. Вот будет свет. Просто космос. Просто огонь. Свет будет божественный. Огонь. Понимаешь, человек уже видел в жизни божественный свет. Он знает, как это, ребята. СТГ идеальное. Идеально все будет. Да, по-воронежски. СТГ. СТГ, да. Вот. И самое интересное, гарантии нет. Гарантии нет, к сожалению. А зачем гарантия? Как зачем? Они же, это же LED, они не ломаются. А, они не ломаются, не горят. Самый прикол в том, что, друзья мои, без гарантии, без всего, цена 2000 рублей. Ну, как, в принципе, 2000 за комплект человек отдал. Но он прислал и сказал, блин, мне не надо никаких денег, просто покажи, как это светит. Просто, пожалуйста. Я даже Тёме не показывал. Сейчас вам вот достану и покажу, друзья мои. Достану и сейчас и покажу. Ребятки мои дорогие. И, кстати, вторая лампа тоже будет очень интересная. Это продается вообще повсеместно. Я когда вижу, когда такое добро продают, это вот слезы вот отсюда кровавые начинают течь. Ты понимаешь, это... Но это продают, друзья мои, это продают. Мы не будем опираться сегодня делать рекламу или антирекламу, каждому свое там. Вот просто упаковка не имеет смысла. Когда вы видите структурно вот такие вот лампы, они все одинаковые. Все абсолютно, никаких гарантий, ничего, и свет будет точно такой же. Итак, первый претендент у нас, Да. Это который будет соревноваться. Это вот такая вот штучка, друзья мои. Вот такая, Тёма, смотри, наслаждайся. Это великолепная вещь. Цена у этих ламп, ребята, рублей 800 тысяч потолок. Вообще, вот у нас в Воронежской области я специально купил. И, блин, решил просто показать с тем вот ужасом еще один ужас. Но это самые крутые лампы. Это лампа. Это H7. У нее даже есть характеристики. Примерно. Ватт 15 на 1-20. Я не знаю, друзья мои, там просто мануала не было. И коробка, вот просто коробка, поролон и вот такие вот лампы. Ты покажи людям эти лампы, пусть, ребят, они наслаждаются. Смотрите вот так. Вот так выглядит. Ну это слишком близко, чипы. Чуть-чуть подальше. Нормально, там пиздец просто, там чип там на весь хорошо, экран. Люди хорошо будут думать, вот такой чип, блин, вот такой класс. Это... Здесь нет кулера. Да. Это говно напоминает мне. Это C6. Не говно, это хорошая лампа, бескулерная. Она вечная. Посмотри, с каким огромным чипом. Ну, конструктивно-то здесь должен быть кулер. Ну, конструктивно. Ну, может, он тут не нужен. Я тебе, оно мне C6 напоминает. Ну, это, наверное, оно и есть. Вот очень конструктивно напоминающее C6 добро. Ведь, сейчас я сниму. Зачем? Цоколь. Ты снимешь цоколь? Вот, я пожалуйста. Снял его, вот так, да, он снимается. Да, это металлический цоколь, друзья мои. Огромный-огромный чип светодиодный. Одна уплотительная резинка, непонятно для чего. Она внизу просто вообще нужна. Чтобы цоколь не... Это, она не внизу, он на нее не залазит. Ну, день, чтобы не делал. Ну, она есть. Ты просто не понял. Да. Она есть. Она есть. Мы сегодня сравниваем две модели. Нам не надо сейчас опираться на М2. Нам сказали, М2 говно. F2 говно, все говно, все, что вы видели, друзья мои, сейчас я вам покажу ту лампу, вы просто охренеете, все остальное это говно. Вот сейчас это класс. Скажу сразу одну это вещь. Класс. Те, кто смотрит наши видео, те, кто видел не раз обзоры на М2, и когда я конструктированно показывал лампу, вспомните, как выглядят там чипы. И посмотрите еще раз вот на это. Но эти же большие, они должны светить ярче. Это что? Это огромные чипы. Здесь нет ничего, здесь нет ванн, здесь нет... Они не будут светить. Нет, они будут светить. Их продают и говорят, что светят. И говорят, вот это еще и можно в линзу пихать. И, кстати, в ближайшее время будет видео по поводу линз. Там будет целая куча вот ламп. Вот.
много, и мы все покажем. И вот эта лампа там тоже будет участвовать в том видео. Но это вот такая вот, это претендент той, которую нам надо. Надо, брат, надо, надо. Я не хочу. Держись, держись. Сейчас будет другая лампа. Короче, будет Орева, я чувствую, я понял. Будет весело. Да, откладывай. Теперь, друзья мои, вот та лампочка, которую нам прислали. Посмотрите, какая красивая. Да. Да, да, друзья мои, с блоком. Все как по фэншую. Да, драйвер, посмотри, он пиновый. Да. Представляете, не могу. Это такой адский. Дорого смотрится, дорого богато. Да, богато. Нет, сделано прям вот конструктивно. Особенно вот эти вот провода, прям видно хорошо. Хорошая вилка хорошая. Вилка? Вилка-то какая, прям и своеобразная, квадратненькая такая. Ну да. Очень интересно. Самая главная лампочка, друзья мои. Вот как она выполнена, как она сделана. Человек создал ее с эмоциями. Нет, тут нормально, тут пластиковый цоколь. Тут пластиковый цоколь, который именно хотя бы ты вставляешь и прокручиваешь. То есть не так, как вот в том в первом говне, в котором я реально пытался его снять. Нет, вот у отличной. Здесь я спокойно лампы. Прям оп, оп. Провернул, и все, и вот оно встало. 10 тысяч люмен, друзья мои, 10 тысяч. Люди считают, что это потолок. 10 тысяч люмен. А, сделано это все при помощи наклейки на чип линзочки. Я сейчас покажу. И здесь с каждой стороны вот по смотрите, две. Смотрите, выглядим вот так. Вот так. И вот так. Две, да. два светодиода чипа. И в каждом, на каждой наклеена линза. Совершенно верно. И самое интересное, даже сравнивая вот с этой лампой, если посмотреть вот так, то здесь нет никаких углублений. А там есть. А там, да, тут вот, видите, прям, ну, можно сказать ванна, но не ванна. То есть, ну, похоже. Отсеченка хоть какая-то, может быть, даже будет. Но она, если честно, наверное, живучая, потому что кулер на ней огромный. Да, на ней очень большой кулер, очень массивный. На ней очень говнистый провод. Угу. Прям безумно, который еле гнется. Ну, кулер, небольшой кулер. Кулер небольшой? Сам кулер маленький. А, да, кстати. Да ты блок покажи, радиатора вот, большой. Что, там кулер маленький. Блок маленький. Радиатора большой, а кулер сам по себе стоит очень маленький. Ну, наверное, так, потому что предусмотрено. Самое интересное, друзья мои, я вот недавно публиковал старое видео, в котором были подобные LED-лампы. Это металлический короб на драйвере. Но самый прикол, знаешь, в чем? Вот самый интересный момент, да, это вот драйвер, вся фигня. Вот тут видно, пинов целая куча. Здесь вот, пожалуйста, пинов целая куча. И потом они выходят в 1, 2, 3, 4, 5 проводов, друзья мои. Это подобие ламп у Night Eye, по-моему, такую штуку я встречал. Это 2 плюс-минус на кулер, 2 плюс-минус на саму лампу и 1 отсекатель напряжения, если вдруг лампа перегрелась. Но на самом деле одна из самых практичных вещей, которая позволяет лампу не убивать. При этом у нее нет полярности, при этом у нее, ну, как-то вот все сделано интересненько. А сейчас, конечно, есть? Мы поставим. Малярность? Малярность? Наверное, есть. Хорошо. Так что, друзья мои, сегодняшнее видео посвящено вот таким вот двум замечательным лампам, которые есть в доступе. Вы их можете, кстати, вот так вот по физическим особенностям найти на AliExpress, приобрести, если не верите нам, и попробовать оттестировать в своем автомобиле. Я не хочу это тестировать. Нет, придется. В линзу еще возможно, но там есть особенности. Но в рефлектор такое... А может, я ошибаюсь? Ну, а давайте проверим и посмотрим. Слышь, Тёма, я, короче, еду сейчас вот на этом вот добре, короче, и прикинь, даже Mazda CX-5 новая, короче, ехала передо мной, такая в сторону уходит, такая аварийку пропустила, понял? А я только проехал на них, и, короче, прям сразу, хоп, человек встал и сзади поехал, он понял, какая-то дичь безобразная, господи. Ребят, ребятушки мои, давайте я стану, нет, вот так вот, чтобы вам сразу не показывать, вот давай лицо в засветку, вот Тёма, вот я. Друзья мои. Тут ветра не так много, прям хорошо. Ребята, да это нормально, такая нормально. Дичь, ребята. Это просто дичь. Причем обе лампы, они с идеальной СТГ, друзья мои. Поэтому и подписчик написал, СТГ говорит, вы идеально. Покажите, покажи, Вов, вы с Артем, вот покажите, пожалуйста, ребят. И вторая вот дешевая модель, да, вот это просто вот прям вот... Шедевр, что ставить в рефлектор запрещено. Даже прям вот я понимаю, за что ГИБДД вот уничтожает просто людей, лишает прав, вот когда видят вот это вот на дороге. Божественный свет! Да он божественный, базара нет, он свет, везде свет. Это...
Засветка, лицо, друзья мои, давайте, давайте. Вот засветка, лицо, да, да, да. О, ну тут еще габарит, вот засветка, лицо, хорошо. И теперь самое-самое-самое угарное, это то, что, ребята, где? Где СТГ, блядь? Где? Где СТГ, друзья мои? Света теневая, давай, закрывай одну. Итак, где же есть СТГ, друзья мои? Мы же всегда ищем СТГ. Где есть СТГ, скажите мне? Где здесь отсеченный свет? Здесь есть какой-то пучок, да. И все, все, давайте сдалека. Где СТГ, друзья мои? Где? Давай вторую, давай вторую. Давай закроем вторую, давай обозрим вторую. Тут проще сказать, обосрем вторую, потому что где же СТГ у второй лампы? Вот это ужас, друзья мои. Давайте станем вот так. Отойди, Артем, отойди, подожди, пусть люди насладятся тем, что и тут свет, и там свет, вот там, друзья мои, вот там свет, вы понимаете? Вот там свет, вот, вот это засветка, вот это вот засветка, вот, я весь стою в огнях, Тёма. Я знаю, что они не напоминают, я знаю, что эти лампы не напоминают. Туманки, когда тестили, кто смотрел, тот поймет. Вот эти вот большие. Просто пиздец. То же самое. Ребят, свет есть, вопросов нет. Едешь, ни хера не видишь. Я поэтому и не стал снимать. Мы поэтому... Нет, и в коридор мы не поедем. Они светят, но они... Они светят... Не, они светят мало. Они не дают СТГ. Я не знаю, куда их применять. Зачем придумали эти лампы? Да, ярко. Вот смотришь ярко. Вот многие говорят ярко. В смысле, зачем придумали эти лампы? Ну смотри, же? Есть тренд. Так, LED-лампы. LED-лампы – это круто сейчас, это прям вот круто. Так. Поэтому есть люди, которые выпустят те вещи по типу C6. Да. С заводской стоимостью там, ну, порядка, я так понимаю, что хрен с ним 150 рублей. Если нам их предлагали за 200, что перекуп должен хоть немножко навариться, то есть взял их, ну, за 150. Ну хрен с ним. Будем считать, что с упаковкой. Да. Будем считать, что он не сильно просто наварился. Да. 150. Да. На рынке их продают зачастую по 1500, ну, 1000-1500. И это аналог C6, друзья мои. Вот и одна, и вторая лампа светят точно так же, как C6 модель. Даже на Али C6 стоит в районе 800. И если кто-то мне после этого напишет в комментариях, что наши дают засветку лампы М2, F2, там, на офсайд, друзья мои, вот засветка. Вот, мы стоим и охреневаем. Реально глаза просто напрягаются от количества света, ребят. Нет, ну это... давай, ладно, давай по-хорошему, давай сравним их все-таки. Давай, мы же сравниваем лампы. Та ярче, это тускней. Да, то, что нам прислал подписчик, вот та вот дичь, она ярче. Она прям, не, она прям на порядок ярче, раза в три, я скажу, она реально ярче. Та, которая вот типа бескулерная C6, вот с этим вот одним вот этим огромным чипом, она тускнее. С двумя, с двух сторон по одному. Ну, с двух сторон посрать. Какая разница. И все, на этом характеристики ламп заканчиваются. А я больше не вижу смысла что-то про них говорить. Ну вот, ну вот, вот, свет везде, света много, он везде на дороге, друзья мои. Если вас остановит ГИБДД, ну на дорогу, человек купил, поставил, выехал и думает, о! Свет. Если вас вот этим вот остановят ГИБДД, цвет не синий, просто белый, друзья мои. Честно, дай бог, чтобы права отбирали. Вот за вот такое, дай бог, чтобы отбирали права. Прикол еще знаете в чем, друзья мои? Вот смотрите, тачка вниз направлена. У нее капот вот в ямку туда, вниз уходит. То есть она светит вниз. Должно быть вот СТГ, вот тут вот должна быть СТГ. Сейчас, вот тут на гараже. Ну никоим образом не весь гараж освещенный-то, мать вашу. Ну что это такое? И это люди продают. И это продавцы называют качественным, хорошим. Свет. Да, они дешевые, да, да, друзья мои, они дешевые. Не, ну в плане сэкономить денег и быть в тренде, я модный, братан, я купил LED, я модный. У меня машина теперь имеет эстетический вид. Еще это и предлагают в линзу. Им как вот оно светит в линзе, это мы тоже покажем, меня аж это прям... будет в следующей нашей серии, там будет тест этих ламп в линзе, там будет вообще, по идее, у нас по плану очень большой тест, там будет в районе там... От 5 до 10 ламп мы подберем каких-нибудь интересных. И наших топовых, и на офсайд там будет, и инфитери, и дичь там будет, и М2 там будет. Эвки единственное, что скорее всего там не будет. Да, эвку пока. Это мы отложим крутые, хорошие лампы, мы отложим в отдельный видеоролик, напоследок, на потом. Мы просто потом вам покажем, что значит в нашем понятии топ-5 ламп. Прям так видос потом назовем, топ-5 лампочек. На нашу смотрим. Именно, да, из нашей коллекции.
то, что есть у нас, то, что мы продаем, на чем мы ездим. Я лично сам до сих пор передвигаюсь на М2. Вот так, друзья мои. Хочу попробовать на F-ку потом, но бемки, ну, вообще, в общем-то, хватает. Я не скажу, что прям мне не хватает света. Хотя я люблю свет, и я думаю, вы это уже поняли. Это все уже поняли. Самое интересное, знаешь что? Подводя вот итог этому видео, да? Этому видео? Я уже замерз, да. Этому видео итог. Зачем друзья мои? Цена. Цена. Одной. В районе 1500 рублей. Это да? Какой? Ну, вот почти там, ее кто как продает, там 1500, 2000. Какой? Я такую, это которую нам подписчик прислал. А. Я точно такую же модель нашел на Алиэкспрессе. Цена у них там колеблется, там, смотря какой производитель. 1300, 1500, 1700, друзья мои, за комплект. А гарантия? Нет гарантии. Все продавцы говорят, что зачем гарантия? Зачем, зачем, да, гарантия. У второй цена 800 рублей, 700 это рублей. Где? Это вот это вообще. На нет, на Али они, по-моему, рублей 600 вообще стоят. А, там, 700. Ну, хрен с ним. Цена до 2000 рублей. Гарантий никаких. Если вы хотите просто выкинуть деньги, друзья мои, не нужен вам свет. Вы как бы, ну, как бы вот это поставив и потом выкину, присылайте деньги нам. В принципе, присылайте, ну, деньги, принципе, Артему, да, мне, мы рады будем закупить нормальные лампы на эти ваши деньги и потом показывать вам что-нибудь хорошее. Если вы хотите потратить деньги не впустую, а действительно с пользой, лучше шлите нам, потому что, ну, это... Это единственное, что эстетика. Ну, просто у меня белый свет. Блять, тебя на дороге... Ну, камень я бы кинул. Вот. Даже я бы кинул. Вот. Поэтому эстетика, граничащая с маразмом. Вот так назовем. Ну, да, да, блин, ну, даже не эстетика. Ну, мы можем сейчас просто подогнать на его фокусы и просто вот сравнить, потому что фары, в общем-то, конструктивно. Ну, давай. У нас второй, третий очень похож. Ну, давай. Я подогнал фокуса. Да. И да, я начну с другого. Дай мне камеру. На. Дай мне камеру. На. Ребята, вот СТГ. Для тех, кто что-то там еще будет говорить. Вот она четкая, вот она есть. Вы видите ее? Вы видите? Она есть. Вернемся опять туда. Где СТГ? Что СТГ? Зачем СТГ? Ее нету. Эстетика. Верну Вове. Да. Эстетика. Ребят, так что вот так вот, друзья мои. Эстетика, граничащая, нет, ну, с маразмом. Эстетику, или, опять же. Ну, у нас примерно одинаковые лампы. Ну вот. Одинаковый фар. Нет, я с собой закрыл, подожди. Вот так. Вот. Вот, пожалуйста, друзья мои. Четыре фары. Два одинаковых автомобиля, можно сказать, потому что рефлектор не сильно там переделался. Но эстетика, да. И маразм. Оно даже в фаре видно, что вот, даже в фаре, я не знаю, как на камере. Даже в фаре видно, что вот он, свет идет, отсеченка. Но это, скорее всего, будет видно так, а на, ну, камере, да, она все равно, ну, засвечивает. Она не передает, а именно того, что ты видишь. Там есть просто одна большая пучка. Пучка, да. Пучка. Вон, пучка, вон, пожалуйста. Ну ладно, друзья мои. Как всегда, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не пропускайте ни одного видео. Колокольчик от Артема. Красавчик. Всем спасибо, пишите комментарии. Пока. Пока.